Смотрите. Вроде Локи есть, может. Мы не все уже засмотрим. Это мне сказали, что вы 25-ку, ты тыга, вы собаку не крутите, да? Вы просто в этот типа веером как выносите эти метки. Она, А остальная пачка конец, на немного месте. ходит, но в основном, да. И что, типа, и эта зона не засирается нормально, удобно? Да, тактик много разных, видишь. Если люди хуево выносят, конечно, все засирается. А если одну в одну выносят, то есть лево-право, там они же минуту лежат, потом исчезают. Все же пора, это от исполнения зависит. Нет, ну я вот это спрашиваю, чтобы, как сказать, единый этот реестр у нас был, чтобы я тут не открытывался. То есть то, что большая часть людей привыкла по одной тактике, я сейчас подстроюсь, мы ее доработаем. Так и будем ходить. Ну сейчас расскажешь, и я скажу примерно, чем у нас отличалось. Сейчас давай зачистим, дойдем до этой собаки. С нее хочешь начать? Сейчас трэш ебанем. Там два человека, или АФК, они или что там, взятые, и два маска. Чё, поехали вон тон. Вон тон. А, вон тот. Вон тот. Вообще, я это... Вы не обижайтесь, я некоторые ники могу коряво писать. Я тоже читаю. Хуево читаю. Некоторые ники там, блядь, все смеются, блядь. Это кошмар вообще. Ты попробуй бою прочитать какой-нибудь там... Ну, короче, я не знаю, сложно вообще. Вот, тот даже приз, да, морд... Мордаунд. А, ну это читается нормально. Пофиг. Сейчас будем давать облегченные прозвища. Нет, не надо варспекаться тебе. 25-ка же не отличается танками. Один же танк, да? На все про все. Да. А, ну и все тогда. Да его, наверное, просто, да, там, типа, эй, пал, да, эй, пш, эй, ты как там? Ну, по нику уже вряд ли кто-то называл. Пока ты в бою все это выговоришь, да, типа, например, там, дай сокру, да, дай сальву, именно ты. Там, все уже попадают, пока ты это все договоришь. А, у нас был Дэн Джун Джуси, ой, это капец, просто Джуси, короче. Кошмар. Вы это сапроты жрете в 25-ке или так на скилле? Кажем. Ну, сапроты, ну. Ну, кто-то не хочет, но я говорю, обычно сапроты пейте. Хилам легче хилить. Смотря на каком бусе. Не, ну на втором-то понятно, скорее всего, по-любому надо. На первом. Давай сейчас тогда, чтобы не тратиться, заигнорим сапроты. Попробуем. Я посмотрю урон по рейду. Надо, не надо они вообще здесь. Просто в десятке мы... Когда ходим в свою десятку, то на первом и третьем мы не жрем сапроты, типа, пофиг. На втором да, только, да. И то не все. Сейчас глянь. Ну, сначала как... Гнашу, а не на первого босса. А зачем мы идем на самого легкого? С собаки всегда начинаем. Пойдем с собаки начинать, типа, нахуй. А какая разница? Вы же гильдрейд. Мы пока не унесем все. Не уйдем отсюда. Так что без разницы, с чего начинать. Просто привычнее собаки. Не, просто есть риск в том, что мы, блядь, убьем сейчас два босса, а ласта и не убьем, мерзай. Ну и чё, у нас же гильдрейд не будет. Не-не-не, мы будем до упора синеть. Это без вариантов. Это не то, что раньше. Просто, грубо говоря, ну, если мы не сбиваем собаку, она хочет сюда идти. И это, давайте, как сказать, поправку на дурачков, ну, в смысле, на лоу гир сделаем, то есть мы будем крутить, как по старинке. Это стабильная тактика. Крутить, а вот они, ты этого хочешь крутить? Ну да, или вы вот тут, типа, выбегаете право, лево, меточки, типа, ставятся. И все стоят что в центре. А, ну, хорошо, давай. Тогда я, наверное, метки понатыкаю для удобства своего собственного. Вы же в разные, то есть если лежит два вихря лужа, да? Типа в эту же лужу же нереально, они же стакаются.
Там же, наверное, урон-то лютейший. Тогда сделаем так. Ну, типа, двигаешь вперед, назад, так далее. Все, ща. Мне нужен один пул, и я это буду уже ролить идеально, так что... Присумонься взятого. Удачи. Че, одно тело нигде добрать не получится, или кто-то придет еще попозже? Ну, знает, может, кто-нибудь дойдет. Войт, а ты можешь срезать ГП под ноль? Ну, сделать срез под ноль. Я-то все могу, а че кому? Дети, ну, как, да. Разбафай, пожалуйста, касочки в пары. Я уже кулаки и эти кресты раздал. Окей, хорошо. Что тогда у нас? Меточки видим, да? Давайте начнем засирать левую сторону, так, потом застрём правую сторону. По тактике, Варчик, смотри. Вот как метки стоят, типа звезда, печенюшка, треугольник и ромб. Это типа 1, 2, 3, 4. Первые две метки выносят звезду, вторые две метки печеньку, третий треугольничек и так далее. И с правой стороны то же самое. Луна, квадрат, череп, крест. Типа так же, как молния идет. Снизу вверх. Сейчас взятого досумывай. И еще два момента, Варчик. У босса фрейм больше, чем кажется. Поэтому стоишь на макс рендже. Вот где атака твоя начинается, где есть возможность бить, на том рендже и стоишь. Потому что когда у него появится зеленый круг, сейчас скажу, как обилка называется, сокрушающий удар, будет кастовать такой зеленый кружочек, ну и каст, ты же увидишь. Надо будет отойти и выйти за зону зеленого кружка. Только не надо микрить, надо выйти там с запасом, потому что все равно может хлопнуть. И последний каст, он для всех. Первобытный ужас. Тебе нужно просто модельку персонажа отвернуть от босса, и все. Я что-то буду анонсить, что-то не буду анонсить. Всего два каста и метки. То есть это нужно только хилам. Остальные вы же все смотрите на босса. Поэтому погнали, Арчуха. Да, мы просто поставим. Вот где он стоит, наверное, да? Вот там и оставь. Он может даже чуть-чуть подвинуть его, чуть-чуть совсем. Что такое фистинг? Давай по-русски. Кулак, что ли? Кулак, повару дайте. Нет, оставь его вон тот, прям вот там, где он стоит. Просто жопой к нам поверни и все. И это, возьмись в босса максимально, чтобы хилы не подходили к боссу, чтобы они это не отбегали, там не микрили. Все. На пульчик, на ДКшку. И пул. Блять, мышка улетела, на. Слазь. Геру дали и поехали. Помним, да? Первая меточка. Печенюшку. Побежали метки. Побежали. Ну, хрен с ним. Следующая печеньку. Только постарайтесь. Это прист. Давай массухи. Отвернулись от ужаса. Отвернулись, отбежали медики. Прист. Метки вынесли. Вот я о чем и говорю. А пристули не сказали, да, что не надо диспелить. Ложитесь. Ой-ой. Мордаунд 5. Понятно. Это, ДЦшка, у тебя основной приоритет здесь. Ты на диспеле сидишь. Даже не считаешь, а диспелишь. А там что, проклятие или магия? Магия. Я бы немножко не согласился, но
Я у себя заставляю людей. Я Престу никогда не говорю так, что ты там только диспелишь. Почему? Потому что, во-первых, у него промахи от этого масс-диспела идут. Точно он не задиспелит. И есть два ШП. Вот они два должны нажать масс-диспел один раз. Он один раз. И Титикака еще с Буряо там додиспелит точно. Там 2-3 с этих магии останется. Ну, Титикака возможно. Полипал пускай на танке сидит, а это ДЦшка и ШП, ну да, так и есть. По сути, ШПшки вы помогаете по возможности. Все правильно сказал. Но ДЦ, так как у тебя, ты ДЦшка, у тебя это, по-моему, должно быть вкачано. Да-да-да, у меня все есть. Да, там скорость типа вкачана, но там просто меткости у него нет. У него есть промахи бывают. Нет, это понятно. Там нет, там дело не в меткости, просто... Механика масс диспел, она и не рассчитана диспелить все 25 тел. Она диспелит максимум что-то человек 9-8. Это предел ее. Поэтому, типа, просто 2-3 раза вжал ее там, пока видишь. Короче, продиспелить важнее, чем накинуть щиток. Вот такая тема. Че, ждем касочки? Иначе... А есть почта у кого? И это, там кто-то убежал, по-моему, в фирке, да? И метки маленько вы занервничали, парни. Типа, все очень быстро, все очень динамично, поэтому смотрите. Не надо докастовывать, не надо ничего ждать, надо прям рвать вообще на пол. И все надо делать быстро. Почта нет. Милики, если вы уже, ну, чуть-чуть подтормаживаете, уже что-то не успели, проэтовали, просто выбегайте наперед, то есть вперед и направо, либо налево. Если вы уже не можете красиво вынести, делайте так. Герб. Всем привет. Привет. Есть место? Сейчас будет. Не могу элемом залететь. Мы уже бьем босс. Диспелем. Сейчас первые меточки пойдут. Меточку вынесли. Вынесли. Отвернулись. Отвернулись. Вот поэтому я и хотел крутить. Ой, отбежали, милики, отбежали. Меточки убежали влево. Понятно. Не, это никуда не годится. Сдохли, умерли, добрали человека, пошли крутить. Потому что это жесть вообще. Стопорись, Маня, ложись. Стоп-хил. И это, сейчас будем крутить, короче. Это будет... проще для многих. Если бы все играли бы, как, не знаю, как Титикака, мы бы убили бы уже босса. А так уж сложно. Этот варчик Вестира, я же попросил там, найди максимальную длину от босса, расстояние, где ты можешь бить. Вот с этого расстояния, когда он кастует разрушающий удар, тебе будет отойти назад всего пару шагов. То есть реакции хватит прям с запасом. И обязательно отворачивайтесь. Косты быстрые. Я не знаю, косноязд действует на него? Не проверяли? У него же защищены косты. А, да? Я не вижу. У меня просто этот... Угу. Короче, не вижу я, да, у меня... Как сказать, аддон меняется. Все как есть, короче. Ну, может, для кого-то быстрее, варчик. Ой, ДКш, ты просто привык играть на скилле. Кто-то пришел, он первый раз видит этого босса. Для него быстро. Поставьте шкаф, пожалуйста. Сейчас у меня что-то все висит. Чем подождем, мы пока сумоним человека. Сейчас объясню проще тогда по тактике. Намного проще. В общем, все милики всегда стоят в печенюшке. Печенюшка — это не две. Сейчас, сумоним. Отойдите от босса. Да и выйдите. Этот, печенюшка — это буду я. Собаку заберите свою там и не пульте, пожалуйста. Шаман же шаришь, да? Я же не буду ждать. А, все, ты тут. Этот, смотрите.
Первая меточка выбегает, выносит двое, двое выносят друг в друга звездочка, потом печенюшка, потом ромбик, треугольник и так далее. Вот так по кругу все, все двигаются. Всегда единым кемпом. Милики всегда во мне. РДД, давайте вот я вам холипала поставлю звездочку. Всегда холипал. И этот, Вантон, этот, постарайся так, чтобы левая бочина, или стоп, это правая бочина босса, типа, где мы будем стоять, всегда была повернута к РДД. То есть метка вынеслась, ты чуть-чуть повернул, ну, как по своей оси, чтобы он крутился, чтобы милики и РДД всегда были на одном уровне, чтобы нам бежать до выноса метки было одинаковую дистанцию. И тогда будет вообще четенько. Понял мою задумку? Против часовой сейчас как это? Тын-тын-тын-тын-тын. Да, против часовой получается, все верно. Че, да не нужны мне твои бабки, ты в гильдии вообще-то, а не с пугами. Вертена пул. Все, сейчас Герус пламы давать не будем, в ритм зайдем сначала. Сказать, начнем. РДД далеко не убегайте, ага, звездочка, все. И поехали. Аккуратненько, не спеша начнем. Поставимся. Все, поверни его другое. Ну или так, так тоже сойдет, так хорошо. Лучше куда выкидывать, налево просто отходить? Звездочка, звездочка, звездочка. Поверни его. Герус пула? Нет, нет, не надо, не надо. Меточки вынесли, звездочка, РДД уже отошли. РДД уже чуть-чуть отошли дальше. Отошли дальше. За звездочкой проходим, вот так хорошо. Отвернулись от босса, обязательно все. Чуть быстрее реагируем, милики отошли. Меточки вынесли, печенюшку, РДД дальше уже отходит. Печенюшка, не надо там слишком сильно экономить место. Поверни еще, Дека, еще поверни. Вот-вот-вот-вот. Вот так хорошо. Нашли ранжу и стоим, ждем. Резнуть его, чтобы не спалил. Кстати, да, поднимите, а то вынесли. Отвернулись. Не-не-не, не выноси прям в лужу, зачем? Лишний урон лутаем. Все, ДК, ты поворачивай еще маленько. Еще маленько. Чтобы, например, отбежали мельки, чтобы твое лицо... Стой. Скажем так, стоит. Это, лицо босса смотрело в последнюю вынесенную метку. Вот как-то так, меточки вынесли. Следующая метка должна была в треугольничек вынести. РДД дальше чуть продвигаемся, ты где стоишь? Вон, звездочку РДД нашли, отвернулись от босса. От босса отвернулись. Звездочку РДД найдите и встаньте все в звездочку, вам будет проще, самим же проще будет. Чё? Молния убила. Меточку вынесли в луну меточку вынесли. Все, вышли, сразу вышли. Вдруг в друга остановитесь, когда вы носите меточку. Ха, отошли милики. Хорошо. Кучнее, РДД, кучнее. Меточку, ага. Нет, не пяться, Вар, не пяться. Ты просто развернись, ты иди стороной бочком. Зачем ты пятишься назад? Эфир слышал. А, так, что у нас? А, натуралист, поднимай ДЦ-шку. Поднимай ДЦ-шку прямо сейчас. Вставай, ДЦ, сразу. Дайте по это, залей ему сразу и на рог сверху меточки вынеслись. И крутимся дальше. Отошли от босса. Ты опять сдох, что ли? Да ёб твою мать. Да я только встал, меня сблило моментально. Понял, понял. Отвернулись. Вадикон, Вадикон, поднимай ДЦ-шку. Хорошо, шипай, давай сядь на дисплей прям конкретно. Пока все не раздисплеишь, не, там, не слезай. Залей иннер сверху просто опять так, подышки. Добавь касочку, касочку под ДЦ залейте. Или бабчик лапку там ему это закиньте, сову, совы. И все, и на диспеле, давай, давай, давай. Все, у нас больше не отдать диспеле. Давайте Геру. Отвернули. И заставь, да, да, да. Диспель, диспель, приз, диспель. Поворачивай ДК еще, еще поворачивай маленько. Хорошо. Меточки, ага, четненько друг друга сразу не стоим. Отвернулись.
милики, меточки. Друг друга, парни. Вы когда вдвоем выносите, старайтесь друг друга, потому что кто-то бежит чуть большее расстояние, кто-то меньше. Лишний урон лутаете, это плохо. У нас и так три хила всего живо. Меточки или что? А, я не вижу, отсюда багнулось. Давай тотем, мордаун там на ману, и магнез тоже на ману, считай. И нрав все побуряву дайте. Герус, дайте 10% у него. Нет, брызнали. Нету инеров. Давай на хп магназ читай. И отвернитесь. Ой, ДЛЭ на вагон просто. Петка, чё ты в рейде стоишь? Ой, живу здесь тоже вагон, божечки-кошечки. Парни, нет, не потирайте метками, смотрите внимательно. Ну ладно, будем считать, что не прохил. Добивайте. На соплях, скажем так. Да, как бомжи. Это. Хотя в чем, парни, был? А, не следите за метками, это, ну, это нюансы. Там почти все идеально было вынести, но почти. Самый большой косяк, вы не отворачиваетесь. Милики не отвернулись, некоторые. Это очень плохо. Я не помню, сейчас я чекну, как два друида сдохли, я вообще не догнал маленько. Молния была. Молния? Два друида от молнии? Ну, я конкретно за себя. Все понял. Это конкретно кто, натуралист или друид инвалид? Инвалид. Ну, я тоже понял. Мне 20-ка. Тоже. Ну, походу, да. Тем, кто тоненький, придется банки пить, значит. Ясно. Пойдем на второго. Все понял, Варчик, понял. Там просто когда заворачивать стал, я уже перестал видеть далеко от меня. Пока там трэш бьете... Не затейливо по линкую эту хуйню всю. Линкуй, конечно. Вот это Титикака хотел, я так понимаю. То еще да, лучше. Да. Пойдем, трэш, парни, бейте. Кроме Титикаки никому не надо, да? Так, защита, мастерство. Хороший пух, я такую на палосе одел. Так. Единственная пуха со скоростью 2.6 с танковскими состами. Сзади ДКшечка. Вестира, у тебя мейн танк, тебе надо. Ну и чё, как с тобой поступить? Отдать этому челику на танк, а он пока что в ДД. Или как? Ну, если у него мейн танк, то да. А он сейчас это, у тебя танк аспект, сколько это левел уже, Вестира? Вара не танки. Варом не берут танки. Чё варом? Варом все берут. Да у меня 261 танк. Да, это вроде варовская больше пуха. Не, ну по факту вары не танки. Ну, да, в плане, вара что... 2.6, но вара... Палы вроде бы берут 1.5, ну типа, быструю пуху. Нет, просто это, давай по мейну, типа Титикака это... У него кто мейн вообще? Ну, на X4 вот, сейчас... Началось опять, нахуй. На X4 сейчас они не танки, к сожалению. Ну, смотри, ну, вот 245-м танком куда ты сейчас сходишь? Куда тебя возьму, скажи. Парни, просто... Ну, просто я надо адекватно, как бы, это... Ну, типа, ты ему дашь пуху, ЦВК ты не вытанчишь. 247-го, я словно. Ну, да. Ой, боже. То есть, ну... А ты уже 260. Ладно, мы же помним, что тут консул, правильно? Я вас просто спросил. Титикака, это твинк. Лока имя имен. Лока имя имен попадет в Геру. Титикака вряд ли в Геру пойдет. Там есть посерьезнее палы, кто в Геру пойдет танчить и дамажить. Ну все тогда, значит, ну типа мейн, ну, персонажу всегда. А вар попадет? Давай тогда хорошо, давай. Ну даже вар не попадет, но вара мейн персонаж. Пусть одевается. Но у меня тоже нет как бы мейна вообще, можно сказать. Я и тем играю. Я бы тоже так хотел. Вот у меня 5 персов, но мне приходится как бы говорить, кто мейн, кто нет. Так вам надо выбрать тогда, кто мейн. Если всех одевать, то это, ну, ущемляет вам остальные. Он сейчас заберет пуху и все время будет ходить ДД, а он будет все время ходить ДД, как вообще? Ну, а что делать? Если он не будет забирать, он... Ну, он просто ее в тупую заберет и все. Ну так и ты ее тоже как бы не очень умно забираешь. То же самое. Ну, я-то танкую, хожу. А, ну, смотрите, я, короче, я пока не всех знаю. Ну, это на, не короче, не на РЛ. На Войд вся эта хуйня. Дайте Дживс, дайте. Это. Поехали. Это, Вантон, ты же знаешь, да, что метки, типа, ложатся в одну, я просто знакомлюсь.
Одна в одну. А, ну все четко. У меня, короче, тактика такая. Я не знаю, наверное, у всех такая. Вот я метки поставлю, да, это вот это твои сопли, короче, куда ты должен, ну, на этом, ну, короче, насрать звездочки, потом в печенюшки и вот так идти тащить по линеечке. Ты же так же делаешь, да? А, ну все, тогда четко. Рыбку поставил. Хавайте. Можно? Дживса, спасибо. В общем, ты сначала босса, ну, типа, получается, жопой держишь миликом в звездочке. Ладно, это не суть. Это все знаешь, это что объяснять не буду. Смотрите, милики, да, самый сложный момент у нас это. Сейчас объясню. Будут такие прозрачные лужицы фиолетовые. Они иногда бросаются прям под поезда, это немножко неудобно, но постарайтесь чекнуть все это. Смотрите, если босс, ну, условно, стоит между звездочкой и печенькой, да, мы ковыряем где-то вот, сейчас обратите внимание на печенюшку, да, мы вот с этой стороны где-то его ковыряем, вот в районе где-то бочинки. Если над кем-то из нас появляется треугольная метка, ну, то есть стрелочка, мы должны сбежаться, да, то не надо бежать куда-то назад, вперед под босса, мы бегаем ровно вот сюда. Вот, ровно к стеночке, вот сюда, между, получается, танком и стеной, где-то в районе, даже лучше прижаться к стене. Вот здесь насрали, типа, чтобы не засирать себе путь наперед, и все, и дальше дамажим. На поезда, боже, как вару объяснить на поезда. Смотри, вар, держись чуть-чуть ближе к стене, то есть я буду всегда держаться примерно вот здесь, бить босса. Вот сюда мы вынесли треугольничек, то есть стрелочку вынесли, насрали, поделили урон, вышли из нее. Если загораются, полосы горится, это называется поезда, там будет зелененький и фиолетовый цвет. Какой-то будет ярче, какой-то темнее. Тот, что ярче, взорвется первым. Тот, что темнее, взорвется сразу же, спустя полсекунды после того, как взорвется первый. То есть в идеале тебе нужно увидеть полоски на земле, встать на темную, взорвалась светлая, перебежать на ту, которая взорвалась, и под тобой взорвется та, которая была темной. Но если вдруг у тебя там что-то пинг или еще что-то, ты можешь просто бежать в стену. То есть ты видишь, ты стоишь недалеко от стены, бьешь босса, тут расстояния хватает, видишь, полоски загорелись на полу, развернулся мордочкой в стену и прям бежишь вдоль стены. Лучше желательно вдоль стены, потому что могут быть прозрачные лужи под поездами, ты их просто не увидишь. Понимаешь, о чем я? Ну хорошо. Есть РДД, кто не знает тактику? Новенький, там еще кто-нибудь, как варчик. Ну хорошо, хоть РДД скиллованный. Смотри, варчик, еще момент такой, самый такой противный. Нужно в бою постоянно двигаться. То есть постоянно шевелиться, нон-стопом ты шевелишься. Бьешь и двигаешься. Если ты не двигаешься, ты станешься. Если ты станешься и попадаешь под поезда, ты вайпаешь весь рейд. Один человек весь рейд вайпает. Такая механика. Кулак пока туда идти. Половку, каску, пожалуйста. И по присту надо каску. Что, взятый ты готов? Зивандис, вон тот. Кулак пока ту. Да, да ладно, ты опять в мели. И это два эрдру, наверное. Да, два эрдру в мели пойдут. ДЦ, иди в РДДшку. Ну, эршам, холипал тоже. Мели. О, эршам, холипал в РДД. Теперь каску. Че там кому не хватает? По друидам каску, пожалуйста. Все теперь хорошо. Кулак. Теперь кулак. Извини, я что-то прослушал, мы в мили в одном фрейме стоим или... Ну, не совсем. Я вот печенюшка есть, вот стойте в печенюшке. Типа треугольничек мы выносим к стене. Ну, я, короче, куда побегу, туда треугольничек. Кто? Есть, короче, увидишь. Я буду это проносить. Один пул надо, мы сейчас это разыграемся, я посмотрю, кто на что гораст, и уже буду. Че на пул? Кто крест бафнул паладинов? Дайте 10-минутный кулак в кота, пожалуйста. Это не сложно. Так, еще раз, кому крест? Че? Крест на коте, кулака нет. Дайте 10-минутный ну, кулак. Два паладина. Ага, дай по Зивандису кулак, пожалуйста. Спасибо.
А, стоп, понял, это Титикака. Титикака, дай кулак 10-минутный по коту. Сейчас Уже дал. все хорошо. А, все хорошо, спасибо. Мне не отображаются мелкие бафы. Что, на пульчик скинули по ДКшке, а что дал? Поехали. Тут босс не на скорость, не на ДПС, строго тактика. Гера с пола? Нет, конечно. Давай просто пока это. Вот что Гера дается, многие с ума сходят и это. Все милики в печенюшку встали. Вот. В районе печенюшки бегаем, чтобы лужи прозрачные фиолетовые не насрались куда-то на ход там. Просто вправо-лево. Кучнее, кучнее. Двигайся, кто там замерз. Выбежали. Вот поэтому я сказал, что кучнее отошли. О, вон тот далеко улетел. Ставь его чуть ровнее. Ага. Все, двигаемся кучнее, кучнее. Вправо-лево раскачиваемся. Кучнее двигаемся. Поезда. Пойдет. Не пойдет. Да, поймем. Ясно, и выйдем. Типа вы РДД куча настоите слишком, что ли? Вот сейчас я вас в линеечку, значит. В линеечку построю. Ты понял, от чего умер Вестира? Фейми. Поняли, от чего сдохли? Да, потому что чуть-чуть подставили тебя маленько там те, кто стояли чуть дальше. Зашли еще разок. Поэтому сейчас как печенька двигается из стороны в сторону в такте. Вот вы по такой же тропинке, по той же траектории, чтобы вот эти лужи прозрачные фиолетовые ложились на одной длине, чтобы мы отвернулись, отошли от босса пару шагов и вышли уже из зоны, а не насирали большим огромным пятном, из которого невозможно выйти. Двое, которые не успели выйти. Там не все ридары. РДД, вы сейчас выстроитесь в две шеренги. Сейчас я вас как-нибудь построю. Посимпатичнее. Рыбеху поставил. Не Мак, чей это? Еще один добежит и мазбафы. Мак, неизвестно Спокмана или взятого, или просто неизвестно. Не мой. Какой мак? Кенра, что ли? Кен. Мак вообще. А, да, это мой пиздюк. Че, потерпит? Взятому закинуть. Ну, пусть потерпит, закидывай взятому. Там я вторую пару. А ты Ну, точно. нонсенс, штаны вообще не нужны. Тебе Бумаги. точно нужны взятые этот самый, у тебя там Да, Т4? однозначно. А, тебе туда закинем. Я видел, да, я тебя дистанционно на лут кинул. А мага Даже. нонсенс, штаны вообще не одевают. Блять. Да я лук отдам. Будущее. Не, я магу именно говорю. Как магу, блять. Так, поехали. Смотрите, РДДшки, я поставил вам метки, да, это не точные метки, это просто две траншеи, в которые вы должны встать. Вот так, как я поставил, примерно. Близко не подходите к боссу, спулите, сейчас стой, маг. Да ёб твою мать. Пуляй вам тут, погнали, все. На пол скинули, по ДКшке. Этот. Стали примерно метки, вот в таком шахматном порядке. Мы будем пулять, блядь, нормально по таймеру, а не вот так вот. Это. Плюс-минус, чтобы просто Ты просто не дышишь. середину сейчас, да, вот как опять встали, чуть-чуть крыла, середину не зажало метками. Конфликт. Ясненько, ложимся. А, он с Титикака АФК, понял. Это. Я не АФК, просто кто-то спулил, и на мне была зеленая эта. Так, я... надо идти в У нас зеленая в миле стоит вообще. Я тебя понял, да нет, это не его косяк. Ну, типа его, но не его. Этот Посмотрю вообще, блядь. Мордаун. Это босс пулится от
подхода. Ну, короче, от пулица от этого, от расстояния к нему не делай так больше. Дайте ГП, да и все нам. Ага. Так и будет повторяться. Ну, тоже верно. И этот. РДДшки поняли момент, да? Вы стоите в шахматном порядке, чтобы кто-то не оказался вот в этом сэндвиче. То есть у него лужа под ним, перед ним лужа, сзади него лужа, и он, типа, ему даже свалить некуда. Поэтому просто шажок сделали там тудым-сюдым, и все четко будет. Вы сейчас в бою встанете, я меткой уберу, чтобы увидели, типа, все обозначения под низом. Шахматы, конечно, сделал. Ну, плюс-минус просто. Это ориентировочно. Не надо прям четко в метке. Это просто, чтобы примерная шеренга стояла. Кто скилловый, кто знает, как стоять, там, не подставляя других, сделайте, как знаете. Это для тех, кому тяжело ориентироваться. Просто сейчас двух хилов зажало на прошлом пуле, и типа они тупо не смогли выйти. Поэтому... Масбавчики, все здесь. Где я не вижу. Есть еще одна маленькая хорошая такая, это особенно сейчас вам печенюху поставлю. Это у хламобота починитесь все, чтобы каждый пул, каждый не просил по дживсу. Это типа затягивает. На свои 10, 20, там 500 копеек починитесь, и будет классно. И мы до конца РТ не будем больше отвлекаться на это. Карган, ты тут? Мардаунд. Прист. Оту-ту. Ну я понял тебя, хорошо. Этот, все. Даю на пул отчет. Че, ребеху затыкали? Ну что поделать, голодный воевать будешь. И поехали. Так, милики, печенюшку я на себя поставил. Под печенюшкой ходим. Право-влево. Не потирая другим. Бычара какая-то, двигайся, бычок. Отбежали милики, отошли. Пусть лежат. В меточку вышли, право, вот. Стой, стоять, куда, недалеко не убегаем. Между танком и этим, все, вышли отсюда, вышли. Хорошо вынесли, вот сейчас четко было. Ждем поезда. Следующее, чуть-чуть там, на краю той. Поезда. Ой, фиолетовая подстава это. Ясненько. Ох. Давай ложиться. Это. Давайте попробуем сейчас это. От поезда, если вы убегаете в стену, то направо единым кемпом и вдоль стены размазываемся. Сейчас тогда будем постоянно бегать. Это, Вантон, ложи, у нас полрейда лежит. Мы будем до завтра добивать. Сейчас тогда я буду также с вами бегать до стены без всякого этого там нормальной тактики. Будем вдоль стены единым кемпом. Главное только в это, все в меня бегитесь, а то половина убежала к стене, половина убежала к стене, но чуть раньше них и насрала им лужами перед ними. И в итоге пачка, которая самая первая была, она выжила, остальные забежали в лужи предыдущих и сдохли. А что, если вы в одном кемпе милики будете бегать, и эти, как они, вулканы, они, считай, в одном месте все будут? А я вот только что это и произнес, так и сделаем. Просто сейчас, когда, видишь, первый раз же пачка наша сталкивается с тем, что это одновременно и поезда, и вот эти лужицы, и не все успели среагировать. Началось хаос. Ну и тем более я это не стал к стене бежать, я поперепрыгивал туда-сюда, и вот люди, кто бежали к стене, умерли. Сейчас сделаем единой тактикой, без самодеятельности. Ну и люди, которые поперепрыгивали, тоже сдохли.
Да не все же. Все, все здесь, full rebuff. А у вас проблемы на этом боссе или на втором? Только на этом, на остальных нет. А, ну, сейчас убьем. Вообще, мы почти убили только что. Получается, вот у нас одна проблема. Вот сейчас мы ее разберем с миликами. То есть, милики, смотри. РДДшки вы уже поняли, я вам метку беру, вы уже на скилле. Допустим, босс это звездочка, наш ДК это печенюха. И вот, когда начинается весь замес с поездами, мы просто убегаем вот где вот бегали, вот так. Я буду просто вот как бегаю, просто даю направо, утыкаюсь в стену и вдоль стены побежал. И бегу, пока поезда не кончатся. И вы то же самое делаете. Главное, единым кемпом забежали и побежали. Хочу кое-что сказать, вставить, может кто-то не знал из 25 людей, кто здесь. Биг Дэм недавно открытие сделал, ну лично для меня, что если перед обстрелом, когда вот мы начинаем бить, там секунд 15-20 прошло бы, если первые гейзеры будут на РДД, то перед обстрелом, а точнее во время обстрела, прям вот вы из первого луча вышли, и когда надо из второго луча выбегать, то на тех людях будет, то есть на миликах будут гейзеры. А если на миликах были гейзеры, то тогда перед обстрелом, а точнее во время обстрела, будут на РДД гейзеры. Это означает, что вам нужно выбегать одновременно и из гейзера, и из луча. Вот. Ну это естественно. Это квадр, это РДД, ну вы на скилле получается как-то. Ну это четко таймеры эти надо, да, заучивать. Сейчас тогда увидим, посмотрим. Первое сделаем соглашение, так. Когда под миликами будет, в этот момент появляются гейзеры либо на РДД, либо на мишке. Это первая белая хуйня. На полдал? А ее показывает РДД. И отчет. Давай Геру, мы на скилле вроде уже. Кто выживет, тот добьет. Также бегаем кучно милики. Право-лево. Право-лево. Геру дали, но это не повод забывать о тактике. Тому, кто в миликах застыл только что. Двигаемся. Филигранно выполнили, все четенько. Так, милики видели на РДД гейзере. Получается, во время поездов будет нам больно. Выбежали. Ну почти. Пусть лежат. Так у нас гейзеры были в миле. Все правильно. Значит, в РДД будут гейзеры. Значит, в РДД будет. Кучнее бегаем там. Но мы, эти милики, мы все равно делаем, неважно кем будет, мы делаем, отрабатываем. Мы будем делать одно и то же, каждые поезда, одно и то же, поезда, направо и вдоль стены. Побегали. Понимаю. Ох ты ж, ёлки, это будет тяжело, да? Легли? Не, Вантон, ложи, у нас сколько? 6, 7, 8, 9, 9, пол рейда лежит. Еще раз. Друид инвалид, поздравляю тебя. Еще разок. Рейндж, кстати, тоже что-то, блядь, подкачал. Не только медики. Нет, вы не смотрите на рейндж, ну, в смысле, видите визуально, да, вот все эффекты Вовки, прям особенно лужи, это самая любимая тема у Близов. Типа, они всегда чуть шире, не надо микрить, выбегаете с запасом, потеряете полсекунды ДПСа, секунды ДПСа, но зато живы останетесь, мертвые не дамажат. Типа, на сейф играем, на сейф. Это как это, вот, это как леди. 25 хм. Здесь ДПС не нужен. Здесь нужно строгое соблюдение тактики, чтобы никто не умирал. Ну или хотя бы умирали, но в своем луче и не принося вреда рейду. Может, кто-то не знает. Друид инвалид, наверное, не знает. Ты луч словил зеленый. Ты с фиолетовой меткой. Ты вообще не должен ни фиолетовый, ни зеленый ловить луч. Если ты ловишь противоположный урон своей метки, то есть если у тебя фиолетовый, ты зеленый урон любой ловишь. Хоть от пульсации, хоть от гейзера, хоть от метки, хоть от луча. Ты ловишь конфликт. А конфликт, он 5 секунд бьет по 5000 каждую секунду по всему рейду, не только по тебе. Ты вайпнул рейд сейчас. Ну и 3 человека. Что-что? Одно и то же. Я говорю, каждый рейд одно и то же, блядь. Ну и да. До сих пор запомнить, блядь, не могут люди. Не, ну вот сейчас пока каждый отработает. Вот он сейчас где накосячил, вряд ли он в ближайший часик-два накосячит. Да. Сейчас мы прогоним всех по кругу.
Собираемся пару часов тратить. 25 трайв. Придется, это же ваше время, пока не научитесь. Просто те, кто учатся быстрее, те, кто играет дольше на контенте, кто-то еще, надо быть чуть-чуть терпимее. Я вот так говно 12 лет играю, но не в чужом. Поэтому вас бафчики и погнали еще раз. Друид инвалид, ты понял свою проблему? Давай. В принципе, да. Попытайся. Я просто в меле впервые сейчас стою. В прошлый раз стоял в РДД. Ну, разберешься. Этот, как я и объяснял, да, мы каждые поезда будем отрабатывать один маневр, как одно целое. То есть появились поезда, ушли вправо, уткнулись в стену, вдоль стены вправо убежали. Бежим, пока поезда не кончатся. Все единым кемпом. Арчинопул. Все, все здесь. На пул, отчет, поехали. И Геру с пула. Давайте, ни один милик сейчас не должен застрять. Застанется, еще что-то. Типа, Геру, парни, не для вас дают. Это для топовых РДД. Мы просто живем. Вправо-влево бегаем. Не-не-не, коровка, давай вправо-влево. То ты вперед-назад пятишься, ты набиваешь стаки. Тут прям нужно основательно бегать. Вот, я же говорил, коровка. Выбежали. Бах, все умерли. Падайте. Это было четко. Гладирает. Ой. А кто у нас коровка-то? Вестира. Это Вестира. Вправо-лево. Че, падаем? Давай, давай. Последний раз. Следующий косяк будет. Еще один стан от тебя, это будет ГП вести. Ложи, ложи, ДК. Мы уже все, мы наигрались. Это будет бесполезно. Просто видишь, ты застанился, у тебя большой купол. Под твоим куполом очень плохо было видно гейзеры. Типа, там часть, которая их разглядела, даже уйти не успела. Даже я уйти не успел. У нас вон три тела сохранилось. Эту хант, который в мили не стоял. Вот в этом твои трабл. Типа, поняли, да, босс на то. Вот как это, тоже опять леди 25 хм. Одно тело, духа поймало. Все, мы отъезжаем, мы сразу сделали. Тут тоже одно тело. Чуть-чуть поднасрало, и можно мы все. Я скажу, Вестире, ты можешь просто прыгать, все. Ну, можно и так, да. Мне кажется, намного проще. Ты никуда не дрыгаться. Просто я не знаю, мы, по-моему, как-то пробовали в десятке прыгать, но что-то как будто стаки. Могу рассказать, если интересно. Может, в тайминг не попасть. Если послушаете насчет прыгания и бегания. Ладно, давайте расскажу. Значит, стак вешается ровно каждую секунду. Он вешается именно в момент перехода с 0,9 до 1,1. То есть именно в момент наступления секунды, то есть ровно в этот момент. Если вы, допустим, прыгнули, вот сейчас вот я прыгну. Хоп, прыгнул. И я это сделал с 0 до 0,8. Потом постоял до 1,1. Потом опять прыгнул до 1,8. Потом на второй секунде словил второй стак. Потом прыгнул до 2,8. Потом на третьей секунде я ставлю стак и, соответственно, сразу стан. Стан или дезориентацию. Чтобы, прыгая, не ловить стаки, нужно либо чаще нажимать пробел, либо если вы видите, словили второй стак, первый стак, и вы при этом прыгаете, и видите, словили второй стак, или уже когда словили первый, можете начать бежать, и тогда с вас стаки спадут. Бежать непрерывно, это в любую сторону. А еще работает пятиться. Пятиться в стену, есть тактика такая для танка. Вот так пятишься и танчишь. Не, ну танк-то у нас не косячит, это у нас больше вард. Это уже пячение будет относиться к тактике, когда миликов с левой и правой ноги ставишь по 5 человек. Это уже к этому будет относиться. Там проще, ну, там места больше для них будет. Ладно. Это, варчик, ты ПКМ зажимаешь? Это че на пул? Ну все, давай, короче, это, давай пул этот, тебе нужно просто не застанется. Ты можешь даже босса не бить, вообще пофиг. Просто сыграй хорошо, отыграй от всех луж, от всех станов, от всего. Если можно сделать как, короче, получит он метку и выйдет просто за ворота. Нет, ну он же не когда-то учиться же должен. Два носка, ты тут, прием, пойдем играть. Все, два носка пришел, РЧ дал, на пол дал. Просто отыграй от тактики. Типа 2-3 поезда выживешь, не сдохнешь.
почувствуешь, что можешь ДПСить ДПС. Если тебе дальше будет это тяжело, то придется тебя менять. Поэтому давай-ка быстрее адаптируйся. Все, право-лево бегаем, право-лево бегаем. Это твой вар? Нет, не мой вар. Это общий. Это твой вар. Хм. Вот сейчас гейзер был на ком? На РДДшке. Скоро на нас будет. Отбежал. Вот опять чуть-чуть кривоватенько мы стоим. Надо кучнее, парни. Подставили ДД будет гейзер. Подставили ДКшку. Кучнее, кучнее, блядь, кучнее. Он, вожу, он печенюха нарезает круги. Право, лево. Сейчас поезда будет, мы бежим направо и вдоль стены, лбом в стену. Где-то сейчас вправо и вдоль стены побегли, вдоль стены там. И обратно к боссу пошли ковырять. От сотрясающего отыграли, не подходим к боссу под сотрясающего. Все. ДК развернул нам, и все то же самое. То же самое, право, лево. Не забываем, сейчас может мет. Я тучу проебал. Ой-ой, что-то нам больно. Выбежали служить. Ой, опять кучнее, кучнее, парни. Сотрясающие милики отошли. Давайте кучнее. Прям максимально опаньки. У нас танка сбил. Ну, положи. Почти. А тебя как убил? Что случилось? На стакан на него. Вот это, а, у нас же ДЦ, а у нас ДЦ от Ижамбус. Это, когда последние тики луж, ну, последние лужицы бросаются, там, ну, то сколько там луж, всего 8, да, 7? Сколько он срет под собой? Ну, примерно 8, но... Ну вот, давай где-то под пятую, шестую, например, в первые лужицы, они же не очень часто. Первую ты деф прожимаешь свой, пятая, там, шестая, седьмая. Потом вторую лужицы ты просишь ДЦшку, он сдает тебе зубки, ты держишься. К следующему у тебя... Типа либо зеленка откатывается, которая у тебя откатывается, по-моему, каждым твоим про этим прожимкам. И твоя незыбка тоже откатится. Чередуем. Играй с ДЦ, играем командой, что ли. Да, первую тогда сам. А, 45 секунд, да, и эти лужи примерно. Ну, тоже примерно 45 секунд-то есть, думаю. Получается, незыбка где-то на 5-6. И все это шлифуется там 7-8, пока ты выбегаешь под зеленкой. И все. Следующая получается опять помидорка, и это все от ДЦ-шка. ДЦ, когда я скажу зубы, это по вантону, прям по танку ДК. По-другому никому давать не вантоту. Да елки-палки. Короче, по танку ДК. Я говорю зубы, ДЦ, ты даешь по ДК. Там запоминание цели сделай, еще что-нибудь подобное. Сейчас у миликов было уже лучше, уже лучше. Уже выжила большая часть миликов, но это ближе к боссу, парни. Ближе, вот друиды ближе к боссу. Все остальные тоже ближе к боссу. Этот, сейчас скажу. Сейчас эти инвалиды, я для тебя тактику отдельную придумал. Сейчас мы тебя поставим, чтоб ты не сдох. Вы можете тоже плохо стоять. Сейчас я тебя поставлю. Вот давай, вот сюда встанешь. Треугольник видишь? В самом начале боя упрешься лбом в треугольник. И вот так там и стой. Хотя нет, отбой. Там ты нам поднастрешь. Там вот же, там же, там, да, подальше. Там да, же танка, милики вот. Там все. Ты в треугольник лбом упрешься и все. Я скажу, передвинулся направо, ты просто направо передвинешься. Треугольник видишь? Вижу. Ага, все хорошо, четенько. Верчи на пол. И это, милики, чуть-чуть ближе друг к другу. Мы там это, заразиться ничем не можем. Бигдем, пойдем. У нас сейчас на пуле чуть ебало не отлетело у всех. Ты разве не болеешь? Поехали. Все, кучнее, 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 кучнее. Еще ближе к боссу, ближе к боссу, ближе. Вот и все. Чем меньше мы занимаем места, тем лучше нам будет выбегать. О, Барчик, накажу тебя.
испугался. Выбежали. Вот сейчас хорошо, прям вообще прям хорошо милики. Вот только вы не выбежали, вот это, к сожалению. Но лужи сейчас легли, прям идеально почти. Одним кэмп, вон, выбежал треугольничек, выбежал. Хлопнулись, выбежали. Что? Метки не было, ну ладно. Играем. Кучнее, вы что разбежались-то, парни? Кучнее, Эрдрук, Эрдрук, который лбом в стену, дальше перебегите. Сейчас не будет меток, я бегу сразу на эту. Все, вдоль стены направо побегали. Все, и обратно вернулись. Сотрясающе. Друид, отойди. Отойди, друид. Все хорошо. Все то же самое. Кучнее, парни. Гейзеры больно будут бить кучнее. А, у кого звук? Вот там аниме смотрят, блядь. Выбежали. Ёб твою мать, сам не успел, рычало. Играем дальше. Играем дальше. Я там на друида повесил печенюшку. Держимся друида. Там на скилле вроде. Там этот, Вантон, ты в старые лужи то только один наступай, а то ты еще и от них урон получаешь. Ты как-то кучу наложишь. Не экономь место, слишком много экономишь места. Вот сейчас тебя старая лужа не задевает? Вот, вот так хорошо, вот так. Не забегай, у нас места полным-полно вообще. Просто полно места. Сейчас милики, такой момент тонкий, да? На ком будет... Отбежали от босса. На ком будет эта треугольная сфера, вы просто вы выбегите куда-нибудь туда, где старые лужи валяются, и сдохнете там отдельно, в одинокого. Никто в треугольник не сбегается. Хорошо? Потому что вы заберете за собой других. Нет, это не экономь дефы, только ДК. Не экономь. Ну, можно и так. Все, отодвинулись милики. Сотрясающие отошли. Ковыряем. Холипала, сбежались. Шо, а что у нас опять 3? Ага. Вот оно что. Вложим? 20% уже лучше. 4 ДД сыпитесь. Мордаун, ты от чего помер? От вспышки скверны. Перегрузка метки скверны. Чего, упала бабла не было, что ли? Где-то из метки. Не, ложись, ДК, ложись. Не тяни время. Пойдем умирать, короче. Умер на 60%. Ну, так он ДЦ же, там у него же есть клятва или какая-то хрень мгновенка. Ясненько. Нет, это даже не сработало. Просто поезда, получается, прошли. Я встаю, и меня просто ебашит волной. Волной. Я понял, ладно. Ну, которая это между... От каждого игрока 15 тысяч ебашит. Ну-ну-ну. Стоп. Это зеленая светящаяся лужа, которая... Ну да, вот которая это... Ты умер и потом встал? Нет. Я как раз вдох, и все. А, ну то есть ты не вышел с этой лужицы. Просто я после поездов из-за анимации не вижу, куда вставать. В этом вся проблема. Не понял. Получается, поезда прошли, идет анимация вспышки скверны. И я ранжу не набрал нужную, и меня сбрило с двух ракурсов. Понял, понял. Ну тут я даже не знаю. Надо не возвращайся сразу на позицию, что ли. Вот ты поезда пережил хорошо. Не знаю, надо как-то шевельнуться, двинуться. Типа, кому-то плохо видно прорисовка там, текстуры на текстуры, но надо как-то, я не знаю, разглядеть все это. Тут я ничем не могу помочь, только сам. Рыбку кушаем. Сейчас человек добежит, и массухи дадим. Так, да у нас просто два друида умирают, поэтому... Два друида хилы? Два друида хилы. Это... Может быть, у кого-то есть там сова или еще что-нибудь. Могу в хила спекнуться, шамана. Нет, этот шаман? Да, хэлла. Тут наоборот, блядь, хило бы в ДД поспекать. Тут
Не надо столько хилов. Нет, тут как раз таки проблема, надо в хилов спекать, потому что в середине боя у нас хилят только бидон с бурей. ДЦ мордой в пол, друли мордой в пол лежат уже. А их и тогда в кого спекать? У них и спеков-то нет, в кого их спекать? От этого ничего не изменится. Ничего, все, понял. Два хила справляются просто. Это проблема уже, блядь, людей, которые мордой в пол лежат. Ну сейчас да, это понимаю. Конечно, но... Ради видишь... них, блядь, спекать двух хилов, которые будут... Зивандис, ты двадцатку даешь, какой, блядь, хил? Давайте так же играем. Трабл в том, что это проблема их, и эта проблема становится нас. Ну поэтому да. Вот такая трабл. Это, поэтому, Хэлла, спекнись на один пул, посмотреть чисто в Иршаму, пожалуйста. Стой также в РДД. Бить мы можем долго, а вот, типа, хилить-то кто-то должен. Сейчас я тебя даже давай затащу в пати хиловское. Потому что друиды долго не живут, один хрен сдохнут. А что, и натурал, и друид, и инвалид сдыхают оба, да? Ну, да, и ДЦ. Ну, каждый пул просто у меня... Почему у вас этот есть там ДБМ, который раньше показывает? То есть, ну, вот эта вот табличка есть, я... где раньше сейчас, показывает? Парни, давайте это долго. Смотрите, друиды, два друля. Че оставил? Трусы ставил. Вот. Я вам меточку поставил. Типа, вы вдвоем тут тусите, в стену бегите. Ваша единственная задача, когда поезда будут, просто вдоль стены бегайте. И под фиолетовой фигней, от фиолетовой фигни надо отойти в стороночку. И все. То есть. Поезда начались, чтобы фиолетовую фигню не разглядывать под ногами. Вы просто вдоль стены лбом в стену бежите, и все. Это вся тактика ваша. Вам нужно просто бежать лбом в стену и в два момента вправо-влево отбежать. Даже хил-то не нужен, тут хилить-то особо нечего. Ну как нечего, есть, конечно. О, декалай. Мардаун, ты не понимаешь совсем, да? Тебе первый раз сказали, не пуль, блядь. Ты сейчас подбежал, я не пулил его. Ты подбежал к боссу, блядь, я же видел. Ладно, я не видел, там сами раздавили. Стой у стены, блядь, у ворот стой на этом боссе всегда. Все. Собрались, милики, кучнее, коровка. Ну-ка, поближе подойди к боссу. Подожди, поближе. Все хорошо. Играем на скилле. Там Хэлла, ты успел же, да, свои приготовления? Да. Все четенько. Все, выживаем, ДПС не нужен. Мы вот спокойненько отошли, милики, отошли. Вот, ДЦ опять отъезжаем. Отдыхай, ДЦ. ДК ты сам на себя рассчитываешь. Место не экономим, в старые лужи не лезь. Ближе, милики, еще ближе, кучнее. Вот смотри, он встал и вон он стоит. Сейчас он какую метку словит? Это убеги ко входу, ДЦ, ко входу, к самому входу убеги. И пока фиолетовую не получишь, не заходи в рейд. Отошли, все, вдоль стены и побежали. Ой, ёб твою мать, вот мы насрали, конечно. Ой, парни, боже, ну и тоже, я сейчас психовать начну. Какого хера вы бегаете наперед? Вот сейчас опять. Вся пачка, ложи бека наш рейд. Еще раз, одно и то же, это трындец. Я сейчас буду материться. Мы убегаем вправо и вдоль стеночки. Нахера вы веером разбежались, каждый метр засрали, и просто бежать тупо некуда становится. Ложи бека. ГП ебашьте за такую хуйню. Типа, да тут... Потому сколько? Что это не смешно даже. Шесть тел, ёб твою мать, это пиздец. Я сейчас даже вот, вестира, кто-то шесть валяется. Шестеро телом ГП, блядь. Типа... Нет, как минимум за пул, блядь, нужно давать ГП. Потому что ей за меньше давалось, блядь. Я сейчас траекторию метками нарисую. Если кто-то за траекторию выйдет, блядь, это будет по-любому соточка. Или две, я не знаю, но это трындец, короче. Давай к ДЦ к тебе то же самое. Попробуй. А, ты пулил же сдох. Ладно, херня, это тогда не относится. Ой. Прикольно, конечно. Еще разок, значит. Я делал, знаешь как. Я в одном не заставлял их бегать. Я смотрел по ДПСу. Вот, допустим, кто у нас с миликов больше всего дает. Зивандис, Спирит, живу здесь. Ты убивал? А? Ты убивал слабых? Нет, почему не убивал? Я их в штрафную зону отправлял, нахуй. А, типа отдельно от рейда? Да, стоят, прыгают, как бичи, блядь. Сейчас покажу, где. Прикольно. Давай. Мне нравится. Мы раньше... Сейчас давай пару пулов, если будешь уже совсем срываться, начну я все заново объяснять. Убьем по-любому. Не начнем срываться. Это, я еще раз объясню, милики. Подошли, смотрим. Вот бегаем мы в районе звезды. Из звезды в печеньку мы куролесим туда-сюда. В зависимости, где стоит босс, да, понятно, да. Как только появляются поезда, наша дружная компания под 90 градусов добегает до стены, упирается в стену и дружно компашкой
под пивасников бежит вправо. Понятно? Вот такая траектория должна быть. А не вот как сейчас было, да? Кто-то побежал вот сюда в печеньку, кто-то вообще наперед ушел, кто-то успел добежать аж до креста. И вся эта зона засрана. Все вот это поражение мы просто отъехали к щам. Смотри, наверное, это самое. Я вон поставил... ты крестик сдвинул. Сейчас я еще раз поставлю. Если вдруг сейчас у вас опять упадет там 5 человек, будем заново все объяснять. Этот самый. Вот смотрите, в первой пати я поставил Спокмана, Рогу, который дамажит Зивандиса, живу здесь, ну и там танк еще. Вот вы в пятером стоите и бьете. С пула там 10 секунд, вторая пати можете побить. Вот 10 секунд прошло, ну 15 там, и съебались в крест. И там прыгаете, как бичи просто, и смотрите на всю эту хуйню. Когда наступают гейзеры, вы просто с них выходите, и все. И тогда вы не будете насирать людям наперед. Вот эта первая пати, я думаю, разберется, не сдохнет. Если так, не будет получаться. Ну, я не знаю, блядь. Прикольно. Ну, давай еще один пул просто. Это, конечно, клево, но надо бы это... Ну, давай, да, давай, давай, без проблем. Стоп. Это по своей... Ну, пока, как сказать, пока сформируется состав, это очень тяжело. Да, не механику и так... Да сейчас, блядь, все за всех дойдет, нормально. Понял, это, накинь еще полтинник этой... Вестири. Еще раз застынешь, еще полтинник. И так поедем. Так, что у нас? РЧ. Все готовы? Поехали. Когда-то давно у нас было так на Личе. 2-3 прям в вагонетке. Прыгали с обрыва. Прикольная тема. Что я там обычно говорю, да? Кучнее, милики, кучнее. Из фиолетовых меток назад не пятимся, да? Что еще рассказать? Ковыряем, ковыряем. Выбежали? Ой, Фэми вагонетка, божечки. Нет. Играем, играем. Кучнее. Не разбегаемся. Ближе, ближе к косам. Сейчас скоро будут поезда. Скоро. И мы побежим направо. Не сейчас. Вот скоро. Направо убежали и вдоль стены. Хорошо. Сотрясающе. Кучнее. Кучнее стоим. Меточка. Меточка вышла в печенюшку. В печенюшку выбежали, выбежали, поделили урон. Бегаем, 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 двигаемся, не стоим тут. Выбежали. И выбежали дальше. Дальше бежим, 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 бежим. Фиолетовый луж. Ну, почти. Отбежали от босса. Хорошо. Там мы поднасрали ДК маленько тоже. Не пробегай там. Все, босса передвинулись, и мы все тяжело. Еще разок. Ложимся. Так, а сейчас у нас что было? Сейчас это, да? Конфликт был? Два конфликта. Ахиллес, Зивандис. Ну, короче, скажите, всем, кто падал в этот раз на числе. Вот на вторых метках РДД стоит сдыхать отдельно, либо сбегаться все же? Да лучше сбегаться, конечно. Потому что, ну, сейчас мы стояли вдвоем, но я сдох все равно. Мы сдохли от конфликта потом. А, окей. Уже почти хорошо, только мордаун, инвалид, дохните по КД.
Вот, это что стоишь? Я вот с тобой рядом стою, смотрю, этот раз встал. КП накидываю. А, все понял. Ну, он видишь в чате гильдии там КП. Да-да, я понял. Смотрю, стоишь, стоит. Ну, это Антихрист и Зевандис, это два конфликта в конце. В самом. Ну, пускай вот забегаются, не думают. Это, что хотел сказать. Те, кто умирает, тем, кому прям, ну, тяжело, вы, парни... Бросьте ротацию свою, бросьте хилить, бросьте дамажить. Просто посмотрите в бою, вы просто поживите в бою, посмотрите по сторонам. Вам уникальная возможность дается в гильдии. Пуги бы вас давно уже нахер бы послали, и вы бы куролесили по Долорану, рыбку поставил. Поэтому учитесь быстрее. Еще разок, давай так же, потом все-таки вношу предложение вторую пати почилить, отослать. Вот первая пати вроде самые дамажащие, самые такие сообразительные. Ну а друид инвалид с мордаун там, блять, завязывайте с этой хуйней, сейчас больше ГП будет. Сейчас, кстати, милики хорошо сыграли. На скилле. Сейчас РДД заруинили чуть-чуть. А, или стоп, кто там зеваньте стоит. Короче, ладно, еще разок. Все здесь. Фу. Рибавчик. А, бидончик умер нас. Все понял. Дайте рибав по бидону. Рыбу где ешь? Что он не получил там? Да я не понимаю, по-твоему английски иди нахер. Давай по-русски пиши. My English is very English. Все, все готовы. Пул. Я и так мантры читаю, голосовой ДБМ. Че еще надо, да? Да мы уже устали от того, что я бубню сижу, поэтому. Давайте, давайте. Запотейте, бедолаги. Сейчас убьем. Кучнее, кучнее. В смысле, кучнее не то, что прям бегаем, даже кучно. Чтобы наше пятнышко, вот это фиолетовое. Была маленькая. Давайте, мы должны сыграть лучше, чем РДД. Они все умрут, а мы босса добьем. Вышли. Сойдет. Кот, тебя что, сотряс добил, что ли? Нет. Я думал, что я вышел, но меня убил экран. Чуть-чуть побежал, да, кучнее, кучнее, собрались. Сейчас где-то скоро будут поезда уже, помню, да? Скоро будут поезда. Да не сейчас, а не поезда, говорю, скоро будут поезда. Вы умрете. Идет, конечно. Вы умрете. Все, не расслабляйтесь. Тактика циклична, ничего нового не добавится. Одно и то же будет. Абсолютно одно и то же. Выбежали. Пойдет фейми вагон. Отбежали. Не за горами поезда, парни, помним, да? Скоро уже, скоро. Кучнее, ближе к боссу. Ну, не прям совсем близко. ДК там в старые лужи не лезь, ради Христа, пожалуйста. Давай, давай, давай. Все, подошли к печенюшке. Печенюшки подошли, не сырем друг другу. На ход. Так, скорее всего, под поезда у нас будет фиолетовая метка, поэтому надо бежать вдоль. Сотряс отошли. Надо будет бежать вдоль. Дальше. Там убило. Рез. Ох, за что? Еще разок. Умрете. У нас уже глаза у танка замылились, он уже умирает. Так обычно и бывает. Вон тот, а ты тут первый раз в этом инсте, да? Вон тот. А он не первый, он хорошо сыграл. Просто, видать, уже замылилось все у него. А ты не пробовал танчить спиной к стене, вот где сейф-зона, где поезда не задевают? Там не пробовал пятиться спиной? Так его, по-моему, сокрушайка добила.
Не, я танчил по КД так. Нормально. Жирный, пожирающий, пожирающий. Что за пожиратель? Пожиратель маг. Ну, пожиратель это босс так называется, пожиратель магии. Нет, я понял, но у него там 64 ну коса. Да, ну да, белая хуйня, ну, белая хуйня его убила. Не спи, дыка, не спи, усыпляю тебя. По щекам себе бей в бою. Давай, твоих уже косяков точно не должно быть. Хватает добровольцев. Ну, сейчас было хорошо, хороший пол. До скольки мы там? До 48-45 довели. И смертей было минимум. Сколько? Четверо морды в пол лежали. Хорошо уже. Еще бы двое, наверное, двое поездов там. Москва, Владивосток, и все. Мы убиваем. Там это локи, маги, и, если что, блинк юзайте и портал. Так, что, хилы у нас уже не умирают, да? Ну, сейчас вообще классно, мордаунт, мне понравилось. Молодец, продолжай в том же духе. Нет, хила, стой, останется, лучше останется, пожалуйста. Еще один пол останется, пусть посмотрим. Просто они умирают периодически, все равно. Типа лучше мы побьем на сколько, ну, сколько? 30 секунд, 40 секунд из тебя подольше. Так у тебя блок, и чем тебя сбогаться? Блок не жмешь до метки. Глыбы не было у тебя, Кен? Я просто не знаю, КД, может, было? Я не начинаю тратить мои монетки. Это вообще Фрост, у него две глыбы. Да, это бомжар, это убирает. Ты выжить можешь, Кен. Стэпаешься от блинка, а глыбы... Да-да-да. Она на втором боссе, Кен, не сейвит от коста, а тут сейвит. И давай там играть уже, папочку нужен свой. Да-да, глыбы можно. На зеленую метку, ты же... В магов ШП не сбегаются, они переживают лужу 70 тысяч урона. Все готовы, он с бидон сваливать, боже, мне там будет плохо. А чё дал? Давайте, два пула у нас получается осталось, и у нас бидончик льнет. Без этого все это конечное будет. Чё мне это? Всё, кучнее. На скилле стоим, прям на скилле. Выбежали. Уса идет. Так, два вагона. Сейчас убиваем. Нормально. Ближе к боссу, парни, ближе к боссу, ближе. Блин, что? Пизда. Хорошо. В этот раз. Хорошо, прям. Все то же самое, ничего не поменялось. Кучно стоим, по боссу долбим. РДД, давайте на скиллинг там. Сбегайте, сейвите. У кого есть войс, анонсите. У кого сбежаться, милики вышли в печенюшку. Нет, вышли. Двигаемся, метки двигаемся. Не стоим. Все, вышли из лоджи, вышли. Отлично. Дальше играем. Сотряс, отошли. Не за горами поезда. Готовимся. Аккуратненько там об кости, только не запнитесь. Смотрим по сторонам, смотрим, куда выбегаем. Намечаем траекторию себе. Сейчас уже скоро будут поезда. Сотряса отбежали, все отбежали. Шел. Я вынесу. Поезда. Хорошо, бля. На скилле было. А, нет, это не на скилле. Фейк тут слоил. Ёб твою. Чё, кто конфликта поймал? Бьём, играем до конца. Играем. До конца прям играем. Зачем ты умер, кот?
Не видно было под этими кучей уж. Сотряс, дошли. До конца давайте 13 лямов. Вы сможете. Раз. Да. Что? Давайте 16% всего. С ума не сходим, играем так же с холодным водой. Спокойненько. Вон тон аккуратно, там кости. Спокойненько, аккуратно добиваем. Никуда не спешим. Смотрим за метками, за своими. Смотрим за дебафами, чекаем все. Нет, танку насрать. Главное, чтобы он поезд не ловил. Лужи, да, да, давайте, давайте, давайте. Хорошо. 4 ляма. Потеем, потеем. Антон, не экономим место. Блять, еще бы захилили. Ничего страшного. Там один милик, Титикака не обидится. Сотряс. Держите там дистанцию. Побольше чуть-чуть. Добиваю. Возможно, еще одни поезда будут под самый конец. Но это не точно. Будет. Раз, поезда. Давай, 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 доиграйте в последний раз. Доиграйте, доиграйте. Хорошо. Ну, что сказать, это чистое, идеальное убийство, кажется, по-моему. Чисто идеальное, да? Без сучка, без задоринки. Двое гильдии так закрывают, кстати. Кажется, это на скилле было вообще. Слышишь, история, у тебя не связан Дианс с историей? Нет. Ну, это конфликт ты словил. Ну, я в соло стоял, я никому не мешал с конфликтом этим. Нет, а он по всему рейду бьет, ты чё? Он по всему рейду бьет. Конфликт ты словил, и там еще хайло. И ИДК, ИДК стоял. Так, это не существует этих, походу, ботинок нам. Давай, сейчас ПГП вот мастер, окошечко у вас будет появляться. Начинается, это про ботинки опять. Вот это вот про пояс, нахуй. Это, я так, полинкую вам объявление сейчас с боссом. Мне вообще штаны не дали, штаны с роем не дали. Что ты мне расскажешь? Да заберешь еще причем с чаркой. Или у тебя толгородовских 500 маджиков весь покрутить? Да, заберем еще, блядь. Я вон свой полгода хожу. Чарку только накрутил недавно. Так, что это? Это 600 поглощения хэва. Бидона такая есть, хуйня. Спасибо. Кольчуга. 3% рейтинг скорости. Что это, блядь? СПД, критхаст, перчатки. Надо да, кому-то это говно. У вас есть минутки 3-4, и кому лут не нужен, нет, можете куринуть. Но не злоупотребляйте, долго не отходите. Че, Антон, пойдем трэш бахнем? Тапки, ну, тапки на танка, сейчас скажу, что там за чарка. Там смерть и разложение на ДКшника, но это танковская, да, вроде? Тройная угроза, да, это вон тот. Подтягивайтесь, трэш бить, парни, там разролят без вас, там все вам заанонсят, расскажут. Ускорим маленько процесс. Плечо, крит, меткость, сила атаки и чарка. Раз, что это, блять, вы получили? А, двойная атака. Ну это на энха, наверное, да? Есть энхи? Третий спектр. Будущие энхи. У кого там? У Хэла? Да. Давай забирай. И какая-то обоссанная корона. Духаст, блять, голова.
тканевая. С чаркой на 3% критического эффекта. Говнище полное. Надо кому-то? Мордаун тебе надо, да? Нет. Я только на распыл. Ну надо, распыли эту хуйню. Ну или покрути, вдруг чарка выпадет ДС-шная. А хотя они говно, блядь. Разбойник. Да. Сейчас кину на ролл последнюю. Роль. О, тебе. Это разбойник, разбойник получается. Этот, что хотел спросить. А есть в рейте тот, кто, у кого мейн хил, кто прям, прям лютый задрот на хилах? Есть кто-нибудь? У кого персы свободны без КД? Ты хочешь статик потому... десятку, да, позвать? Нет, нет, я хочу, чтобы они спекнули сейчас и отхилили босса. Ну, прям лютый я не скажу, но эрдру есть. Ну, слабенький, конечно. Ну, 260. 50, да. Просто открой, вот у тебя отчет сохранился, открой отчет по хилу. Плохо. Два друля очень плохо. Но это этот я босс. Я останусь. Это этот босс только. Да, да, я спекну сейчас шестого. На это я обычно тоже шесть хилов прохожу. Будешь седьмой уже. Но пусть будет семь. Потому что два друля плохо. Типа ДЦ, ладно, два эршама примерно на равных, это хорошо. Но общий хил очень слабо. Типа не должен быть такой сильный отрыв на этом боссе от Холи Пала. А хилить нехуй, ты посмотри ХПС, там 1800, то есть там не получают урона настолько, чтобы можно было вообще что-то хилить. Там, ну да. Да. Ну окей, хорошо, тогда давай Войда оставим сейчас. В один трай посмотрим. Я да, еще... да, да, да. Ты же еще расскажешь, что делать, может ты что-то недорасскажешь людям. Сейчас посмотрим, блин. Трай посмотрим, потом... Рассказывали, это, ладно, в общем, что, наверное, Кенра поймаешь, ШПшка поймаешь. Весь остальной, этот, все РДДшки стоят плюс-минус печенюха-звездочка. Босс будет стоять в центре, а сама суть в чем? Будет войд-зона кастоваться, то есть вокруг босса будут три кружочка таких, типа мили, средний и РДДшный кружочек. А он будет раскрашен, ну типа секции, три секции будет. Черная секция, если она горит черной, значит она сейчас взорвется, значит из нее сейчас надо выйти. Две остальные белые секции означают, что типа это сейф. И она будет мигать. Она будет либо извне заходить, потихоньку мигать, либо изнутри появляться и расходиться. Это раз. Второе. Если на карте появляется сферка такая полупрозрачная, наверху на потолке болтается над вами, то вы стоите под ней. Вас потом сменят либо Big Nest, Big Dem, либо Magnus. Сменят вас, подойдут, заберут сферу. Там, по-моему, кто-то из них с войсом, он вам это скажет, вы отойдете, чтобы он ушел там в тучку, там все эти... киллы и так далее. Это два. Плюс, если открывается портал, либо Кенра поймает, который вылетел, да? Либо кто-то тоже из скилловых парней, да? Если идет кто-то из них, если не ловит, открывается портал, выходят 4 моба, они выходят всегда в дальнего человека. Я это постараюсь заанонсить, вы можете подергаться из стороны в сторону, почувствуете, что моб пойдет на вас. Ваша задача отбежать чуть-чуть от рейда, не надо утыкаться прям в стену, просто в сторонку маленько. Ударились об моба, под ним появилась лужа, отбежали тут же, не замедляясь. Ударились об второго, и ваша задача разбить 4 мобов. Разбили 4 мобов, встали, стоим, курим. Типа все, ваша задача выполнена. Это первая фаза. Она пройдет быстро. Вторая фаза начинается после 40%. А на вас будет вешаться дебафчик такой, сейчас скажу. Проклятие, древнее проклятие. Да, вот, древнее проклятие будет, дебафчик вешаться. Ваша задача с этим проклятием просто отойти от рейда. Милики, вам нужно не в милизоне срать этим, выносить, класть и забегать обратно там в милизон. СДД тоже куда-нибудь в сторонку, там, под стеночку, еще куда-нибудь и так далее. После того, как дебафчик спадет, он таймеровый, только там буквально он висит секунд 5, наверное, появится... как ДК-шный купол такой, только чуть плотнее и меньше намного. Это называется колодец. Ну, типа колодец. Выпуклость, короче, такая фиолетовая. Она нужна вам для того, чтобы пережить финальный каст. Босс будет кастовать погружение во мрак. Каст очень длинный, типа не пропустите. Когда начинается каст, я это анонс, вы становитесь рядышком с этим куполом, ждете. Смотрите при этом на босса. Где-то на середине каста, даже, вот, наверное, чуть... 70% каста, я даже заанонсу это, вы заходите в купол, желательно в центр купола, нажимая все свои сейвы, которые есть вообще у кого, у каждой классовой. Как только каст заканчивается, в эту же секунду вы выходите из купола.
Если вы не зайдете в купол, вы сдохнете. Если вы простоите в куполе лишнюю секунду-две, вы сдохнете. Поэтому очень аккуратненько. Да, бабл и глыбы не нажимать, они не спасают. Поэтому нужно, как все, как смертные, заходить в купол и выживать. Это все. Плюс, да, и это, сапроты обязательно все сожрите. У кого нету, типа, совет, накидайте трейдов. И еще момент, что у нас под дефом, да? ДК, ты же в Т4, да? Ты у нас Т4. Хорошо. Под, это, под первое дыхание ДК ты дашь? Под... Или ты дашь первое? Давай ты. Хорошо. Это, Титикака, поставь ауру на каст, пожалуйста. Холипал на темную поставит. Холипал первый прожмет дефы. Тогда Титикака второе дыхание твое будет. Третье дыхание в Антон. Либо третье дыхание, либо уже кастом, ну, как пойдет, короче. Под четвертое Мардаунд и Биг Дэм, Магнес, по возможности, типа, если кто увидит четвертое. Я буду считать, прям говорить, с вас гимн на ХП. Ван тот. Да, короче, не суть. В общем, и сапроты желательно. Все сожрите сапроты. Эрчи на пул сейчас... Тут этот бидон попросил с первого пола убить, поэтому надо с первого пола убить, парни. Антихрист или античи... А, нет, правильно прочитал, антихрист. Антихрист, рыбы же не было. А, рыбы не было, ща. О, мне кажется, ваш ГМ возместит потом рыбу, а то что-то я себя тыкаю, оказывается, и забыл совсем. Если у кого остались вопросы, да, ну, типа, может, кому-то что-то непонятно, вы спросите сейчас, типа, я еще разок разжую, ну, что непонятно, чем вы в бою обосретесь, и у нас будет минус ДД, там, минус хил и еще что-нибудь такое. Еще разок насчет чего? Давай натурала закинем в этот, во вторую его закину, чтобы в каждой пати было бабачки другие, да, если что, спокойствие сдать. Про таймер, мам, расскажи. А, ты этот, вон тот, ты в курсе про таймер у босса, на 20 секунде в тебя идет удар, вот этот, который тебя застанивает на месте, ну, рутает, и вокруг тебя 15 метров дамажит. Если в курсе за эту хуйню, если нет, то нажимай этот, стан знаю, короче, панцирь под него даешь, да? Ты типа даешь зеленку под него, и тебя не станет, ты спокойно. Ну, короче, ты это полностью абсорбишь. Под миди-картой нажми на часы, там появится таймер, там запустишь во время пула, и на 20 секунде он будет тебе первый удар давать. Он примерно каждые 20 секунд будет давать. Там почему это важно, хотя бы первый ебануть, потому что после него на 26 секунде где-то идет уже дыхание первое. Вот, и ты, если миликов в это время дыхание будешь ауешить, дамаг очень большой будет. На 17-18 секунде панцирь. Главное, смотри, чтобы руны были у тебя. Нажмешь и заебись будет. Ага. Понял. И еще момент. Первое дыхание пройдет, первый сдаст холипал. Только сдаст, только рейд поднялись. Я сказал, поменялись аурами. Титикака, от тебя шадоу, от холипала на каст. Это прям важно. Мы должны экономить каждый мастера. Давайте еще одна эрчуха. Биг Дем взятый. Пошли драться. Биг Дем. Угу. Нам пол дал, а чё я так дал? Вот казах какой-то залупается в рейде уже. И погнали. На 40%, да, парни, будет даваться гера. То есть бурсты, которые откатятся или не откатятся, будут откатываться. Короче, на 40 надо все отдать. Вон сферка появилась под луной, да, луна никуда не уходит. Если там есть рядышком шопы с луной, надо поменять. Я встал, закрылся. Началась void зона, черная — это смерть. Understand, да. Все, вот такая тема. Да. Этот, друид инвалид подними и холипала. Все хорошо. Вара не поднимать. Там еще одна сферка вылезла. Больше хила не хватает. Ну, под хила, просто хила не хватает.
Шаман, не вставай, пока не встал. На следующем. Бомжи раз. Появились. Я заберу, если что. Бомжи, они что там? Кто-то другой, да? Что? Все, там волшебник уже ловит, по-моему. На тебя кину. Волшебник. Странно. Да. Началась фаза. Дали Геру. И поехали. Теперь внимательно за своими дебафами, за колодцами. Войд зона, милик. И она сейчас пойдет дальше. Внимательно за дебафами. Маня. Хилим, хилим, хилим. Друид на себя, на божечки. Поменялись аурами. Поменялись аурами резко половина. Уж давно все сдали. Все хорошо. Сферы заливаем. Бублик не вынесли. Ковыряем, ковыряем. Мелизоны. Дыхание в паладин. А что, не было мастера? Я бы его не поставил. А, он не поставил? Второе, надо проблешки забегать. Все, да я не услышал. Громче говори. Пал, ты почему темную эту не поставил? Как так-то? Ты нам сказал, как. На первый дает первый пал, на второй дает ретрик. Все, я на второй отдал, у меня уже КД. В смысле? Вот. Ты сказал, первое дыхание дает Буряо. Ну да, вот прямо сейчас было второе дыхание, пал. Это не второе дыхание, это уж четвертое. Он сказал на второй фазе. А, процент первый. Без пуха, я считаю. Тебе. Этот, Денис, фул хп считай. На второй фазе... Короче, да, да, да. Вот я взял вторую титикака, все, я дал. Нет, что-то... Сейчас, погоди. Это, вторая фаза начинается на 40%. То есть, после 40%, вот это дыхание, которое она сейчас убила, оно было второе, то есть, всего второе. То есть, твои, то вот тебе сейчас надо было давать, не было больше. Они просто с пылу считали, вот и все. Все, поэтому я сейчас это еще короче, раз... Короче, я буду давать по твоему анонсу. Хорошо, хорошо. Так, что тогда, Войд спекайся, у нас бидончик уходит. Так что они и так все это еле выхиливают. А если сейчас еще это, минус хил, то это вообще плохо. Дополнительно это... еще могу там сказать, и Вар, если не затруднит... На 5 секунд каста дыхания нажимайте защитную стойку. Минус 10% урона на полу не валяются. Роги обязательно ложный выпад. Шаман, который их истории, обязательно через себя кастуешь 3-4 цепухи. У тебя на мага не так много, ты дохнешь. Так что через себя хилишь, ты поможешь хилам и одновременно и себя подхилишь. Цепуху через себя опускаешь на дыхание, на каждом. Тоже верно, тоже верно. Нет. Я дыхание считаю с 40%. Я это сейчас заношу. То есть, ну, до 40% босс, ну, вафля, короче. Эч, или мосс вижу. Может, рестер? А, еще. Не-не, бомж не нужен. Нужен прям лютейший хил. Сейчас нам. Эрдруны этого поменяли. И это, РДД, еще и такой маленький лайфхак. Два носка. Давай, давай, вставай. Пойдем драться. Есть лютый вообще лайфхак. Вам нужно найти...